Не в срок, а раньше. Председатель жилищного комитета Валерий Шиян проверил, как идет капитальный ремонт жилых многоквартирных домов в Адмиралтейском районе. А что за сырость старые подвалы? Это вот системы меняют потихонечку. Не сырость, это переключают, когда пустые остатки сливаются, потом это все убирают. По всем четырем объектам на красноармейских улицах работы не идут, а прямо несутся, опережая все сроки. Гнать коней подрядчиков заставляет еще и заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с фондом капитального ремонта. Основная часть инженерных систем уже заменена. Дело за малым – довести до ума оборудование в квартирах. Однако с этим возникают основные трудности. Кто-то учится, кто-то работает, кто-то в ночную смену, кто-то в дневную смену. А в квартиру нужно войти, и не просто войти, посмотреть, как там люди живут, а там проводить работы. Подстраиваться под жителей в этом сезоне стало проще. Подрядным организациям не позволяют брать себе по 50, а то и больше объектов, как это было год назад. 2-3 лота по 10-20 работ и все. Сейчас на стадии капитального ремонта находится 33 дома Адмиралтейского района. Эта цифра не окончательная. Есть долгосрочная региональная адресная программа капитального ремонта, есть краткосрочная, есть программа капитального ремонта на каждый конкретно год, которая подлежит корректировке в случае вот по тем объектам, если действительно там произошла какая-то нештатная ситуация, аварийная. Сейчас завершается первый этап капитального ремонта. Подрядчикам осталось заменить систему горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и газовых сетей.